потом расскажу. Раз, два, три. Нас сравнивают с птицами постоя. Нам просто жить без неба не по вкусу. Мы на земле на временном постое, а птиц мы любим, только не по курсу. Мы выпали из летных наставлений и, может, улыбнемся, их листая. В театре пилотажных представлений мы вместе, словно маленькая стая, и верим, что вернемся, улетая. Вращаем небо мы в строю застыв, нам разрешают делать все по краю, а срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное, летая, мы гвардии летающая стая. Каскад фигур и перегрузки душат, и в общем тяжело, но не смертельно. Зато приятный женский голос в уши настойчиво твердит, что все предельно, пусть даже сму, но мы ждем с небом встречи, ведь в небе все по-честному, не врут. Здесь крылья, как друзей, надежных плечи, а в двух руках две ручки, русский рут, и двигатели голоса не сорвут. Вращаем небо мы в строю застыв, нам разрешают делать все по краю, а срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное, летая, мы гвардии летающая стая. Нас в разных странах ждут аэродромы, на полной везде работать будем. А после, как всегда, вернемся к дому, а тех, кто не вернулся, не забудем. Гвардейский полк навеки наша память, Иван Никитичка жиду, он с нами вечно. Дай Бог успеть нам небе след оставить, ведь летный век до пули скоротечен. И распускаем мы крики, вам до встречи! Та-ра-да-да-дам! Тай! Вращаем небо мы в строю застыв, нам разрешают делать все по краю, а срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное, летая, мы гвардии летающая стая. Гвардейская летающая стая, мы гвардии летающая стая. Спасибо.